пригласить их друзей, подруг и все такое. Сегодня 23-й день ежедневных влогов, и я хотел сказать спасибо всем тем людям, которые меня поддерживают, смотрят мои видео, и это очень круто, спасибо, что верите в меня, потому что есть такие люди, которые типа, ой, чувак, не гони, 365 дней будешь снимать, я говорю, ну да, себе такой вызов сделал. И обязательно, ребята, не забываем ставить лайк. И знаете, что самое сложное в видеоблогинге? Это придумать название новому видео, сделать картинку, чтобы люди посмотрели это видео. Моя система немножко сбилась, как бы я планировал, что я вот отснимаю целый день и вечером буду монтировать, но последние дни я очень поздно приезжаю, поэтому у меня уже нет сил садиться монтировать, и я стараюсь очень рано просыпаться, там часов 8, для того, чтобы хотя бы до 12 успеть. Но как бы видос не сложно сделать, а вот самое сложное — это залить, придумать название, теги, и сделать картинку. На это у меня очень много времени тратится. Поэтому в ближайшие дни я постараюсь сделать так, чтобы у меня чисто день на это уходило. То есть вот съемки, вечером я это все отмонтировал, и завтра новый день. Поэтому я взял с собой свои беговые кроссовки. Я всегда заряжаюсь влогами Кейси. Советую посмотреть тех, кто еще не знаком с Кейси Нейстед. Провел я Рисовну на остановку, ей нужно ехать там по своим делам. Сейчас я сижу с Мироном, моя сестра попросила немножечко побыть с ним. Вообще не представлял, как можно справиться с ребенком, а чтобы еще и посидеть с ним дома, там поменять памперы с ему. Но для меня это как-то было сложно. Нужно было на цикл снимать. Мац, готово. О боже, меня эти песни уже бесят. Я не могу про... Просто сериал про синий трактор, который в песенке постоянно меняет цвет. И вместо заявленного часа я просидел целых 2 часа. Эта песня про синий трактор меня просто вот так вынесла, мне весь мут. Но я уже сидел, у меня вот так пена со рта текла, я смотрю, о боже, а Мирону нравится, он просто там танцует под эту песенку. По полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, кто же песенку поет. В итоге он уснул, и пришла моя подмена. Пустой, нет ничего из России уже на нем. Но теперь я опять пришел сидеть немножко около этого вот места. 7 часов, очень быстро потемнело, кстати. Очень важно не забывать про питание. Бывает такое, что когда ты бегаешь там по делам, реально вылетает из головы, что нужно поесть. И как бы организм не просит, но потом это все вытекает впоследствии. Ровно 2 года назад Кира сделала меня в Чаби Бани челлендж. И сегодня я решил взять реванш. Это будет чистый кролик, потому что мы только что помылись. Хорошо, чистый кролик. Чистый кролик. Чистый кролик. Чистый кролик. Чистый кролик.
Так вот. А что будет проигравшим? А он не знает. На желание урвать. Да, давай, давай. Чистый кролик. Чистый кролик. Чистый кролик. Чистый кролик. Чистый кролик. Блин, он уже распущен. Лицом. Чистый кролик. 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 Yeah.